Добрый день, дорогие гости. Рад вас приветствовать очередной раз в офисе информационно-ресурсного центра «Общий дом». И сегодня мы вас пригласили на открытие фотовыставки «Права человека на берега Днестра», которая стала возможной благодаря финансовой поддержке фонда «Восточная Европа» офиса Молдовы. На фотовыставке вы можете посмотреть фотографии как из Приднестровья, так и из Молдовы, с обоих берегов Днестра, но также и из поездки ознакомительного тура на Кипр, где мы посетили северную и южную часть и, опять же, провели небольшой сравнительный анализ в виде фотографий. Поэтому рада вас приветствовать. Пожалуйста, угощайтесь чаем, кофе и в ходе приятной беседы наслаждайтесь фотографиями. Любая критика приветствуется. All is welcome.